Уважаемые я обращаюсь ко всем к вам. Вот мы сегодня решили провести субботник, посвященный сегодня трагической, завтрашней трагической дате, когда от нас ушел великий имам Шамиль. Мы на проспекте имама Шамиля. Я сегодня воочию увидел, что делается в городе. Даже возьмем по одному вопросу по сбору мусора. Это все с тем, что какие-то организации не могут между собой договориться, почему город должен выкопать мусор. Уважаемые руководители, вас назначили сюда, кого-то Путин, кого-то здесь местный руководитель. Но вас если назначили, мы должны с кого-то спрашивать. За руководителя республики будем спрашивать Путина, а за руководителя на местах Беликова. По-другому работать уже нельзя. Ну как можно говорить о таком элементарном вещи, как уборка мусора? Во время войны люди победили за то, что сплотились, за то, что все отдавали последнее. А сегодня все есть, деньги есть, золото есть, борцы есть, машины есть. Вот это руководство республики, которое ездит хавалда машин и на марок. Продайте половину этих машин и можно весь мусор убрать. Вот так и нельзя работать. Не можете работать, уходите! Уходите! Если не можете работать, уходите!